Здравствуйте, друзья! Мы встречаем старый Новый год. Сами-то мы молодые, а Новый год старый. Вот мы его и встречаем. Встречаем мы его в доме у Бори и Аллы. Тут гости. Ну, мы еще так посмотрим ближе к делу. Боря у нас изготавливает... Боря у нас изготавливает свои колбасы, буженину. И так вот, знаете, такие белорусские привычки. Поэтому мы сейчас пойдем посмотрим на его святая святых. Такую, значит, где эти колбаски? Вот он, к сожалению... Ну, это мы можем понять. А вот те завернутые... Тут понять трудно. Ну, в общем, вот у нее тут приборов много. Вот это, друзья, как бы сказать, обезвоживатель такой, дехайдрайтер. Так можно, я не знаю, как правильно сказать, чтобы звучало благозвучно. Но это вот полезный прибор. Ну что, друзья, пока гости не нарушили гармонию стола, я вот так показываю. Ну вы, собственно, что-то. Все люди взрослые, все все понимают. Так. Вот так тоже, в общем-то, все это понятные вещи. Вот, пожалуйста, можно уехать куда-нибудь. И тем не менее, любить то, что любил раньше. Правда? Ау. Но вы сами-то это и только для гостей. Вы любите? Любите это все? Обожаю. Для гостей мы готовы на все. Так. Ну вот, для гостей, ну и сами тоже не пропадаем. Вот. Пока так. Там еще я вижу, знаете что, на подходе, вот. На подходе красиво. Вообще тут вообще красиво. Вот и чашечки красиво, и елочка красиво. И вот там внутри, смотрите, внутри. Ой, тоже красиво. В этой красоте мы и будем сегодня, друзья, встречать старый Новый год. Что это? Это утка будет с черносливом и яблоками. Вот это вот утки? Это утки. Откуда такие берутся утки? Это у Бори такие водятся прямо, прилетают половинками. Понял. Уже чищенные и готовые уже. Половинка так хоп-хоп и прилетела. С черносливом. Да, чернослив за собой в мешочке несет. Так. Это, неужели это селедка под шубой? Это она и есть, самая настоящая. Селедка под шубой. Так, сейчас мы ее на свет божий. Эту штучку, останется на коптовке. Там одна селедка под шубой, а тут еще одна селедка под шубой. Друзья, можно открыть торговлю шубами. Так много шуб. Друзья, это был когда-то громадный карп на 15-16 фунтов, который не влезал в холодильник. Ну и дальше его пилили ножовкой, он был мороженым. Потом из него вытащили кости, содрали шкуру. И, в общем, проделано было много работы для того, чтобы он вот уместился в это во все. А теперь его съедят. Много икры. Чувствуется, ее прям добывают из бутербродов. Смотрите как. Аппетитненько. Вы видите, друзья, Светлану. Она потеряла вес. Так, это к килограмм, наверное, 7-8. Вот. Но не потеряла стремление к прекрасному. Она хочет еще скинуть несколько раз по столько же. То, что называется, мальчики отдельно, девочки отдельно. Будем играть в игру. Два кружка будет. Значит, первый идет мужчина. Снимает один подарочек. С закрытыми глазами? С открытыми. А потом, ему подарочек. Глаза закрывают, и он его отдает любимой женщине, которая ходит по кругу. А если жена убьет? Ты ее что, дощупать должен, да? А если жена убьет? Я не знаю. Друзья, это другая игра. Интеллектуальная элита Кремниевой долины будет своими морковками гнать картонные коробочки до последнего биткоина.
Вот, значит, гнать надо. Так. Лучше всех или правильнее всех? А что ты измеряешь-то, я не понял? Правильнее, а на каждую дорожку делаю. А, это беговые дорожки, таракани и бега. А почему все мои методы там стали работать? Как это? Да я с этим методом уже давно подготовился. Так, ну чего? Вечная прямая. Давайте. Все, дальше. Руками нельзя трогать. Подождите, что вы сказали. А веревку можно трогать? Нет. Нет, руками и ногами нельзя, только морковкой. А чем морковкой? А что делать? Коробка должна прийти на финишную прямую. Все, вперед. Давайте, давайте. Коробка. Да. Ты слишком длинную сделал, у тебя не получится. Давай. Раз, два. Ты короткую сделал. Все, поехали. Да. И. О. Что, кричать надо? Руками ногой нельзя. Руками нельзя. Я первый. Иди сначала, ты лучше всех получается. Финишу по-честному, по-честному. 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 О, почти. Почти. Вовчик. Я так и знал, что обманут. Вовчик. Обманули они нас. Вовчик. Да так же нельзя, чтобы... Друзья, мы видели утку, мы видели ее в яблоках и в черносливе, мы видели под шубой селедочку, которая была ни в сказке сказать, ни пером описать. А вот это произведение искусства, вот так снять ее и на Инстаграм. А вот этот, казалось бы, безобидный с виду торт. Казалось бы, что в нем такого? Это киевский торт, это, друзья, безе, это смерть диабетика, это... радость нашего детства. Кому повезло, кому повезло. Бывало, придешь, вот помнишь в Москве на Киевский вокзал, да? И там поезд Киев-Москва приходит. И все с тортиками. И все с этими, ну, кому повезло. А потом из Москвы ехал в остальные регионы. Ну, из Москвы, конечно, да, это как-то логистика называется. А вот это, друзья, торт манго. А что вот сверху? Что это? Вот это? А это их лейбл, похоже. Это лейбл из коконат. Бейкери. Это кокосовое. Нет, вот это, я так понимаю, это на имя этой мейкери. Вот, ага. Ну, хорошо, а вот эта штучка, вот эта штучка, что это? В общем, друзья, не иначе, как коконат. Иначе объяснить невозможно. Я чувствую, что очень вкусно. Но мне, я буду чужим на этом празднике жизни, поскольку нельзя объять необъятное. Никто, друзья, не обратил внимания, только я на страже. Вот он, наступил старый Новый год. Мысленно представьте себе бой часов, у кого куранты, у кого там, может, Биг Бен какой. И вот новый старый год наступил, и мы с вами в нем.